Педагог, композитор, заслуженный работник культуры Чувашской республики и директор Чебоксарской музыкальной школы имени Максимова Станислав Григорьев отметил юбилей. О творческом пути и любви к профессии в нашем сюжете. Детская музыкальная школа имени Максимова. По коридору спешит ее директор Станислав Вячеславович Григорьев. Вот уже больше 10 лет он руководит старейшей в Чувашской республике музыкальной школой. 6 отделений, сотни учеников и десятки выдающихся выпускников разных лет. Именами некоторых названы чебоксарские улицы и учебные заведения. История школы как партитура музыкального произведения. Виктор Ходяшев, Геннадий Воробьев – это наши ученики, вот они. Здесь наш ученик. Филипп Иванович Лукин тоже наш ученик. Григорий Хербю тоже наш ученик. То есть здесь, в этой школе, выросли очень много талантливых чувашских музыкантов, профессиональных и композиторов. С 20-го года школы, поэтому для меня вообще было почетно, прежде всего, быть директором этой школы. Здесь надо было и поднять материальную базу, здесь надо было и сохранить творческий потенциал, который у нас есть, был в школе. Так что поэтому здесь мне интереснее работать. Любовь к музыке пришла в раннем детстве. Маленький Стас увидел, как сосед играет на гармошке. Он вспоминает, за инструментом отправились в соседнюю деревню. Небольшая, зеленого цвета гармонь – мечта того времени. И вот я нес эту гармошку до дома, там хотя было сколько, километров, наверное, 3-4. Нес эту гармошку, пришел домой, сразу вот сел, начал подбирать. Когда уже люди увидели, и в классе увидели как-то, значит, как я играю на гармошке, они мне: вот, все, Станислав, ты будешь у нас играть на концертах, там, аккомпанировать. Вот и с этого началось. Сегодня Станислав Вячеславович руководит не только школой, но и музыкальным коллективом. Детский оркестр «Надежда» хорошо известен зрителям. Ему уже более 20 лет. Оркестр у меня как бы не такой ненародный состав, а состав оркестра у меня как бы немножко связан с эстрадой и аранжировки. И пьесы для оркестра пишу я сам. Потому что дети любят интересную музыку, а для них надо очень интересно писать. Мастерски писать музыку и виртуозно ее исполнять. Кажется, будто у Станислава Вячеславовича все получается легко. Он может сладить с любым инструментом. Вести школу правильным курсом – это у Станислава Вячеславовича получается так же легко, как и играть на музыкальном инструменте. Впереди море планов и творческих идей, которые он обязательно реализует вместе со своими учениками. Татьяна Леонтьева, Мальвина Петрова, Андрей Шоклев. Республика.